Раскрой мне страшный секрет своих действий. Ну, я думал, она же... Не, из чего-то мощного, типа коряк, наверное, или что-то это, потому что знал, ну, что... Ну да, снайперка, положил. Блин. Ну, по идее, нам, конечно... Видишь, тут со всех сторон стреляли, если бы мы сразу выбежали тоже. Хрен узнает, как. Я думал, они хотя бы, может, прибегут. Слишком много народу было, и поэтому... Так, чё, куда? В северный? Или дальше? Давай туда. Или сюда? Сюда долететь сможем? Давай, полетели сюда. Полетели в северный. Я полетел. Повоюем хоть. Тут дохнем, как эти, блядь. Время столько пожрать надо. На два на один открыл. Еще двое слева. В эти. Ага. Ага. Так, да, вижу одного. Да, ой, вижу там одного. Еще кто-то, походу, там. Еще один с нами садится. Вижу сзади, да, одного. Сзади, да. Под баксом и. Уже сел? А там еще тогда сзади один летит. Нет, 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 давай, Диман, 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 давай, Диман. Я в церковь. Вижу, 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 он где-то там. Сейчас главное, чтобы прогрузил с оружия. Это фиаско, братан, получится. Ебать, канистра. И нихуя в доме нет. Мне тут толком ничего не прогрузилось, походу, еще. Вообще ничего, дом целый пустой, блядь. Мачете. Убежать, блядь. Мачете. Хорошо. Ладно, возьмем 9 миллиметров. У меня УЗИ тут, пистолетик.